я могу общаться совершенно с разными людьми. В общем-то, один из моментов моей профессии – это уметь общаться совершенно с разными людьми. И среди моих знакомых, и в работе попадаются люди очень разные. Меланхоличные, депрессивные, истерики, слишком в приподнятом настроении часто бывают люди, невротики и такие, которые не любят разговаривать, которые, наоборот, не остановить. То есть я здесь руководствуюсь скорее, не в рабочее время, я руководствуюсь исключительно тем, насколько у меня, либо у меня ёкает сердце условно, либо нет. То есть, либо у меня есть химия с человеком, либо нет. А человек, может быть, он маленький, большой, толстый, худой, блондин, брюнет. Это вообще все не важно. Важно только вот, как я это называю, взаимодействие на уровне кончиков пальцев. Либо есть с человеком химия. Оно со всеми разное. Может быть положительное, может быть отрицательное.